На часах 9:03, и мы с вами приехали на распродажу сегодня пораньше. Пойдем посмотрим. Всем приветик от такой сладкой парочки. И напоминаю вам о том, чтобы вы подписались на мой канал. Некоторые вещи я уже отобрала, поэтому давайте посмотрим. Сегодня людей было не так много, но все-таки, конечно же, люди есть. Белый интересный сарафан, он на подкладке. Это буху, полиэстер, но выглядит он симпатично. Несколько попалось мне вечерних платьев. Это я показываю со спинки, сразу очень красиво сделана спинка с эффектом пуш-ап и с удлиненным такой, как юбка-рыбка. Спереди это платьице выглядит вот так. Корсетный верх, украшенный цветами и красивый очень графитовый цвет. Очень неплохое платье для выпускных, для подружки-невесты. Интересны вот такие брючки от Shein. Они полностью все на присборках, на затяжке по талии. В таком спортивном стиле полностью присборенные. Еще одно платье. Коктейльное, выходное, вечернее, как хотите. В пудровом оттенке, тоже корсетный верх, тоже украшенный цветами. Это платьице в длине миди, очень симпатичное. Комбинезон. Примеряла я этот комбинезон на себя, он на меня немножко маловат, но выглядит он очень прилично. Широкие брюки, и сверху на брюки напахивается такой, как запах длинный. Ну, в общем, очень неприятная ткань. Обрезанные джинсы в виде шорт. Если бы они были обрезаны чуть ниже, я бы себе их купила. Сейчас популярные шорты, бермуды. А тут уже прям готовые кто-то срезал. От Hollister джинсы скини с рваностями. Я их купила, потому что джинсы Hollister, ну, стоят от 1500. Бархатные брючки. Очень симпатичные, широкие. На них я нашла дефект, я их не покупала. И еще одни бархатные брючки от Shein. Они абсолютно новые с биркой, слегка расклешенные к низу. Выглядят классно. Эти брючки я купила. Очень люблю самобархатные брюки. И у меня их несколько. Буквально. Вот такие джинсы от Calvin Klein. С вышивкой на кармане. Я их не покупала. Симпатичных вот таких вот кофточек в рубчик очень и очень много можно купить. А вот эта кофточка пудровая, она такая приятная на ощупь. Я прям думала, что в составе есть кашемир, но, к сожалению, нет. Майка. Такой красивый принт. Тут и зебра, и леопард, и яркая фуксия, и цепи золотые, ну, в общем... Такие майки очень красиво смотрятся с денимом. Очень много остается худи и свитшота. Вот такой укороченный свитшот. В сером оттенке с декорированной спинкой. Неплохая вещь. Нашла юбку из 100% шелка. Извините, шелк здесь просто шикарного качества. Такой плотный, бархатистый. Но юбка уже имеет такой вид заношенный. Очень красивый, яркий кардиган крупной вязки. В составе здесь 50% шерсти, 50% акрила, яркая фурнитура. И этот кардиган я купила. Ну, прям очень-очень красивый алый такой цвет. Размер 18. Футболочка здесь тоже 30% шерсти, 70% акрила. Красивый такой припыленный цвет, но не стала я ее покупать, потому что... Маловато шерсти. Было бы шерсти побольше, хотя бы 50 на 50. Две одинаковые блузки от Jacques Vert. Вы посмотрите на эти блузки. Отличаются они только цветом отделки. На этой блузке отделка темно-синяя, а на следующей блузке отделка красная. Мне очень понравились эти блузки. Они снизу под резинку. Мне кажется, будет смотреться прикольно. Я купила обе блузки. И вот вам король жакетов Баслер. Очень давно мне не попадались жакеты этого бренда. Естественно, этот жакет я купила.
Вот такой красавчик, он не сильно длинный. Красивая клетка, сочетание различных оттенков коричневого. Тедди шубка в шоколадном цвете молочного шоколада. Очень приличная, легкая-легкая. Кажется, такое массивное, но она на самом деле очень легкая. В отличном состоянии. Я эту шубку тоже купила. Бомбер от Бухумен. Видно, что бомбер носили очень мало. Но вот этот вот полиуретан некачественный. Он мгновенно портит вещь. На воротнике уже трещины. Поэтому странно, что они вот так вот портят вещи своей полиуретаном дешевым. Посмотрите, какой олень весь в камнях висел. Это настенное украшение. Эти босоножки были в люксе. Я их примерила на ногу. Они абсолютно новые. И поняла, почему их не купили. Открыто прям начало пальчиков на ноге. Это смотрится некрасиво. Очень мелкий вход этот. И внутри, там, где полиуретановая подкладка, уже появились трещины, хотя их никто еще не носил. И вот такие мокасины от Calvin Klein. Это, конечно же, реплика из полиуретана. Ну, хотя смотрятся они неплохо. Красивый цвет. Ну, вот такая распродажа.